компании Компьюго. Первый вопрос. Что вы предлагаете? Опишите ваш товар или услугу. Там мой товар – это компьютер, компьютерные игры. Мои услуги – это продажа компьютеров и компьютерных игр со скидками. Второй вопрос. Кто будет покупать ваш товар или услугу? Кто ваш потребитель? Семьи, дети и другие компании. Четвертое. Кто еще предлагает? Третье. Составьте список ваших потребностей. Можно ли их объединить в группы? Я не смог объединить, и я написал в строчку. Работники, инструменты, компьютерная пленка, станки для изготовления деталей. Четвертое. Кто еще предлагает такой же товар или услугу? Ваши конкуренты. Мой конкурент – магазин DNS и Apple Store. Пятый вопрос. Чем ваше предложение лучше? Мое предложение лучшими – скидками. Шестой вопрос. Что нового увидит потребитель в вашем товаре или услуге? Он увидит мои новые компьютерные игры. Потребитель этого обрадуется и, конечно же, купит мой товар. Седьмой вопрос. Как вы сообщите потребителю о вашем товаре или услуге? Я сообщу потребителю. Так, я на ТВ пошлю рекламу. И на рекламе, на столбах, там я напишу то, что проходит черный понедельник каждую неделю. Восьмое. Что кроме идеи у вас есть, чтобы ваши планы реализовались? Я могу дополнительно изготавливать рамки для фото. Девятое. Что вы сами можете лучше других и пригодится ли эта способность в бизнесе? Я умею сам строить. Я их с компьютера сам делаю. Десятый вопрос. Кто готов оказать вам поддержку для реализации ваших планов? Мне поможет компания WatchBro. Одиннадцатый вопрос. Какие есть риски в вашем бизнес-проекте? Банкротство. Риск акций. Двенадцатое задание. Нарисуйте логотип, придумайте рекламный слоган.